согласен ли ты взять в жены сестру Ксению, дочку мою, которая стоит рядом с тобой? Да. Обещаешь ли ты любить его и заботиться о нем, и покоряться ему, как церковь покоряется и повинуется Христу во всем? Обещаю. So beautiful. Wow. You look so beautiful. Обещаешь ли ты быть ей верным и оказывать ей должное супружеское благорасположение? Обещаю. Обещаешь ли ты не разводиться с ним, доколе смерть не разлучит вас или Христос не придет за своей церковью? Обещаю. Слава Богу. Объявляю сих молодых людей мужем и женой, что Бог сочетал, того человек, да, не разлучает. Поприветствуйте друг друга. Первая трудность, которая встретится вам, вспоминайте, она должна вас сделать ближе, и она должна показать ваши настоящие отношения. Благослови вас Бог. So remember that if God is not with you, everything you do, Eddie, especially as the head of the house, is going to be in vain. That needs to be your number one priority, is to always make sure God is with you.